От Ханты-Мансийска до Сочи. Такова география первого этапа чемпионата страны по аквабайку, который прошел в Конаковском районе. В течение 2 дней спортсмены пенили «Волгу» под овации зрителей, а также под прицелами теле- и фотокамер. Фристайл, да, это слалом. Спин в одну сторону с одним оборотом. Одним из наиболее зрелищных эпизодов соревнований стал гидрофлайт, состязание по которому в России проводится 2-й год. На этот раз в Тверскую область приехали около 20 спортсменов, вдвое больше, чем в прошлом премьерном году. Причем среди них не только взрослые, но и дети. Например, жительница Красноярска Злата Талантова, которая отмечает, что добиться успеха в этом виде спорта ей очень помогли навыки акробатики. Начинает со спина, большое количество оборотов в одну сторону. Бэкфлип. Ты не теряешься в пространстве после остальных трюков. Можно крутануть 5 спинов, и многие начинают теряться. А тут крутанул, и ты понимаешь, где ты, и сразу можешь уйти на другой трюк. В аквабайке соревнования прошли в 3 дисциплинах. Кольцевые гонки, гонки с общим стартом, слалом и фристайл. Организаторы отмечают, что успешному выступлению спортсменов очень способствуют условия проведения соревнований. Хорошая вода, спокойная. Вот. Здесь есть и течение. В центре на фарватере очень сильное течение. Ближе к берегу его практически не ощущается. Широкая вода. Судовой ход мы не прерываем. Они спокойно сюда идут вдали. То есть, в принципе, в этом плане очень комфортные. Действительно, условия, я бы сказал, даже уникальные. Имена победителей жюри обнародовал вечером. В классе Ski Division GP1 лучшим стал москвич Александр Курдюков. В классе Runabout GP1 первое место занял Дмитрий Клименко из Подмосковья. Среди детей в слаломе победу одержал еще один житель столицы Степан Малов. Его земляки Андрей Смирнов и Валерия Вершинина первенствовали в гидрофлайте.